Так, всем огромный-огромный привет, кто решил заглянуть ко мне на канал. Сегодня я вам расскажу про свой очередной классный заказик Faberlic. Если вам интересно, то приглашаю к просмотру. Так, это у меня был заказ, дозаказ по 11 каталогу и по 12. 12 каталог остался у меня на работе, я его совершенно-совершенно забыла. Но сейчас действует вот этот 11 каталожик. Он, так скажем, не особо обогащен новинками, но, в принципе, кое-что интересное тут есть по хорошей цене. Есть много разных интересных акций. Поэтому, в принципе, каталожек неплохой. И здесь 29 июля мы будем отмечать День помады. И поэтому здесь идет хорошая скидка вот на вот эту мою любимую жидкую помаду, которая есть у меня в трех цветах, по-моему. Красную очень люблю такую помаду. И вот такая вот розово-лиловая на каждый день. Хорошая помада, она очень комфортная, хорошо носится и при этом не сушит губы. Вот, поэтому я думаю, что многие знакомы. Еще пока действует до 7-го акция 500 рублей новичкам. Поэтому кто еще не в Faberlic, добро пожаловать в мою команду по ссылочке под видео. Итак, приступим. Что же в этот раз заказала я? Очень много было того, что попросила заказать меня доча. Она очень любит многие продукты Faberlic, которые я постоянно ей беру. И в этот раз заказала тоже. И кое-что было еще из новинок и из одежды даже. Для дочери. Начну с того, что я заказала для дочки. Заказала ей ее любимый шампунь. В прошлый раз вам показывала, что не нашла вот этот шампунь в большом объеме. В этот раз я его все-таки нашла на сайте. Это шампунь-кондиционер из серии Faberlic Expert в таком вот сером оттеночке. И это здесь, и здесь у меня 400 мл, потому что 200 мл она очень быстро заканчивает. Попросила заказать именно вот такой вот в большом объеме 200 мл. Вот. Она очень его любит, у него обалденно приятный аромат. И она сказала, что с ее волосами он творит просто чудеса, они выглядят намного более блестящими, ухоженными именно вот с этим шампунем. Поэтому она постоянно просит мне его заказать. Если кто-то еще не пробовал, обязательно закажите, тем более у него была хорошая цена по 11 каталогу. Я его брала по 271 рублю со скидкой представителя. Также взяла для нее вот такую вот зубную щетку с угольным напылением. У меня сейчас и у мужа такая же в использовании. Я взяла себе такую фиолетовую, мужу зеленую, а дочке решила взять белую. Очень она мне нравится. У нее средняя жесткость. У нее очень удобная ручка. И что мне нравится, что здесь идут такие силиконовые элементы по бокам этой щеточки, которые предназначены для массажа десен. Я особо, конечно, десна не массажирую, но мне кажется, с ними более идет эффективное очищение зубов. Стоила эта щетка 119 рублей, поэтому решила ее взять. Мне она понравилась. Также для дочки взяла ее любимый увлажняющий крем из серии Love с овечкой. Она его постоянно просит меня заказать, он ей очень нравится, он очень приятно пахнет, хорошо увлажняет и очень хорошо подходит как база под макияж. Она его использует постоянно, говорит, что не вызывает никаких воспалений, липкости. У нее такое бывает, что если не подходит ей крем, у нее начинают воспаления какие-то на лице. От этого же нет, и она постоянно просит мне его заказать. Поэтому заказала ей в очередной раз ее любимчика. И умывалка. Умывалки Faberlic она тоже очень любит. Я беру разные, и в принципе они все ей подходят. Кое-что взяла из новинок, покажу попозже. Ну и то, что она постоянно пользуется, это гель пенка очищающий 4 в 1 из серии N4V, или как N4W, в общем, из серии для подростков. Вот. Она гелевая, хорошо пенится, хорошо очищает, и что ей нравится, что она даже неплохо смывает макияж, хотя она, в принципе, не заявлена. А нет, она подходит для снятия макияжа, увлажняет, дарит ощущение комфорта, очищает от загрязнения и себу. В общем, хорошая пенка, стоила она тоже недорого, 239 рублей стоила, вот. Поэтому решила ее взять. Так, также для дочери взяла две декоративные штучки. Это вот этот гель для бровей из серии Glam Outfit. С этой вот серии зебры. У меня сейчас такое же в использовании, я вам показывала в прошлом видео. И она сказала, мне тоже надо, у меня заканчивается, поэтому решила взять ей. Очень хороший гель, он нас полностью устраивает, не оставляет никакого белого налета, хорошо держит брови в течение всего дня и не лакирует их, не делает их деревянными. Очень натуральные, хорошие брови получаются, поэтому тоже часто его берем. И попросила заказать ее любимую тушь, это First Class. Она любит именно в черном цвете. У меня такая в любимчиках коричневая, а у нее именно в черном цвете. У нее обычная пушистая щеточка. Думаю, что все знают эту тушь. И она действительно отличная. Много раз ее берем. Наверное, четвертый раз я ей повторяю точно. Потому что она постоянно просит меня ее заказать. Она хорошо разделяет реснички, делает их пушистыми, длинными, очень-очень натуральными. И ее можно наслаивать, она их не склеивает. Поэтому заказала ей в очередной раз. Надеюсь, она ей понравится. А то, говорят, иногда у них бывает не очень удачная партия. Вот, надеюсь, что в этот раз будет все хорошо. Так, и в этот раз тушь, кстати, была
199 рублей, а фиксирующий гель для бровей 191. Я думаю, что, в принципе, для них это хорошая цена. Так, это было, что касается для дочки. Также я не забыла про нашего Феню. Заказала ему такую вот коробочку, в этот раз маленькую. Здесь всего лишь 5 штучек, да? Вот таких вот пакетиков по 85 грамм. Он их очень любит, мы их постоянно ему берем, когда есть возможность, конечно. Стоят они, конечно, не особо бюджетно. 199 рублей за 5 штук. Получается, конечно, подороже, чем в магазине. Мы берем обычно в красном и белом, там есть такой самый бюджетный корм для котов или собак. Без разницы, кот ест хорошо, и те, и те. Вот этот будет подороже, но вот решила его побаловать. Он очень хорошо ест. Также была хорошая акция на бытовую химию. Там какой-то период времени, до конца месяца, была прям хорошая цена. Поэтому я кое-что взяла из бытовой химии. Вот это средство для очистки духовок и плит из серии Faberlic Home с сила цитрусов именно. Я беру очень часто. Повторяю, не помню в какой раз, но вот для нашей керамической плиты, которая у нас сейчас новая, оно подходит просто замечательно. Его разносишь по всей поверхности плиты, оставляешь буквально на минутку-две и потом вытираешь. Самое главное делать это в перчатках, потому что один раз я делала это без перчаток, и потом, как раз это было перед отпуском, я поехала на море, опять у меня руки все шелушились. Было очень неприятно, приходилось постоянно увлажнять. В общем, обязательно использовать перчатки при нанесении. Да что ж, у меня чешется так по дороге. При нанесении этого средства, если вдруг кто-то не пробовал, обязательно попробуйте. Но обязательно использовать только перчатки. Вот. И всегда повторяю, концентрированный гель для мытья посуды вот такой вот. Ну, не обязательно лесная малина, просто в этот раз решила взять такой. Очень люблю еще грейпфрут, сила лимона, по-моему, лимонный какой-то тоже. Мне очень нравится. Вообще у Faberlic отличные средства. Они концентрированные, их хватает надолго. Я их разбавляю пополам с водой. И хватает действительно надольше. Начищает хорошо, до скрипа, хорошо пенится. И приятно пахнет малинкой, именно вот это вот средство. Также взяла из BioSea, решила взять. Это концентрированное средство для стирки и кондиционер для белья 2 в 1. Вот такое вот, оно у меня еще запечатано, я его не пробовала. Надеюсь, он будет приятно пахнуть. Это средство стоило у нас, оно уже, кстати, было на акции. Средство стоило у нас 299 рублей. Я считаю, что за 1 литр, в принципе, хорошая цена. Я, кстати, понюхала, как оно пахнет. Приятно так пахнет. Такой цветочный какой-то нежный аромат. Класс. Надеюсь, что оно будет действительно хорошо отстирывать. Его, получается, добавляешь только одно, не надо никаких кондиционеров. И 1,5 колпачка на 5 килограмм белья. Ну, я надеюсь, что хватит надолго. Вот такое вот средство от BioSea. BioSea еще не пробовала ничего для стирки, кстати. Так, для себя взяла ремувер. Средство для снятия, универсальное средство для снятия всех видов лака. Повторяю, его уже тоже, наверное, как второй или третий раз, потому что оно действительно очень классное. Я переливаю в другую бутылочку с помпой, у меня есть от какого-то другого средства, по-моему, тоже фаберликовского. И оно справляет отлично. Я вам покажу в пустых баночках, я взяла себе в отпуск. По-моему, от Новой Зари, что ли, средство для снятия лака. Я просто плевалась. Это такая гадость полнейшая, которая совершенно ничего не делала с лаком. Я такой первый раз встречаю настолько ужасное средство для снятия лака. Поэтому, конечно, взяла вот это. В какой раз оно справляется отлично, оно не сушит кутикулу, и буквально за 2 секундочки придерживаешь, и все слетает. Просто отлично, поэтому если кто не пробовал, если кто делает маникюр, как я, без гель-лака, то присмотритесь, обязательно присмотритесь. Так, взяла я 2 пробничка мужской туалетной воды, которая была не так давно на новинках. Я их еще не тестировала. Взяла для мужа. Муж у меня сейчас пользуется, кстати, фаберликовской вот этой черной восточной водичкой. Она ему очень нравится. Я вообще от нее в восторге. Вот эти воды называются Best Brows One Way и Best Brows Game Day. Вот. Я слышала на них хорошие отзывы. Одну я уже хорошенько так протестировала. Действительно интересные водички, нетипичные для Faberlic. Я люблю, когда они нетипичные. Мужу очень сложно угодить с туалетной водой. Он у меня буквально 1-2 воды, которые ему понравились. Я очень рада, что вот эта именно фаберликовская, которая сейчас пользуется, ему нравится, потому что водить ему очень сложно. Но это понравилось. Вот. Мне очень понравилось из этих Game Day больше, чем One Day. One Day все-таки она такая более цитрусово-молодежная. А вот Game Day, я думаю, что должна понравиться мужу. Она такая, какая-то с табачными нотками, как он любит. Ой, ну прикольная. Надо будет ему дать затестить. Надеюсь, что ему понравится.
Вообще классно. Я рада, что взяла пробнички попробовать. И они шли в такой вот коробочке. Так. И что касается новинок, было совсем немного их. Я вам сейчас покажу. Я взяла попробовать такую вот влажную туалетную бумагу. Первый раз. Первый раз в жизни. Никогда не пробовала. Слышала, по-моему, никакой их очень сильно хвалила. Не эту, а просто влажную туалетную бумагу. Я никогда не пробовала. Протестировала, так скажем, совсем недавно. Это действительно очень-очень удобно. Я рада, что она появилась в Faberlic. Она, ну, она выглядит точно так же, как влажные салфетки. Только чуть-чуть побольше по размеру. И она легко рвется. Вот, за счет чего она будет смываться легко, и она очень приятно пахнет. Ой, такой приятный прям аромат у нее. Так, я тут повытаскивала все, но еще засохнет, зачем вытащила. Ну, в общем, конечно, интересная штучка. Действительно, в какие-то моменты это очень даже необходимо. Намного лучше, чем сухая. И самое главное, что она хорошо смывается, и не будет никаких проблем. Поэтому думаю, что она должна быть у всех в семье, особенно у тех, у кого маленькие детки. Так, взяла две новиночки. Это у меня вот это вот маски от Faberlic. Тут тканевые, я вообще люблю тканевые маски делать по выходным. Вот сегодня я делала вот эту масочку с коэнзимом Q10. Это антиоксидантная маска. Именно вот эти две появились в новинках. И в следующем, в этом каталоге 12 еще появилось две. Я их тоже обязательно закажу, потому что я люблю такие тканевые маски. В целом мне нравится это лекало, оно довольно тонкое, приятное. Я ставлю фотографию, как это выглядит, вернее, видео, вставлю кусочек, как это выглядит на лице. Единственное, у нее какой-то очень маленький рот. Ну, такой приходится. И, ну, глаза, в общем, отверстия небольшие совсем. Для моего лица нужно чуть покрупнее. Но, в принципе, оно подходит, ткань тонкая, но при этом не рвется, хорошо увлажняет. Остается небольшая липкость, нужно умываться. А так, в целом, приятная масочка. И вот эту вот очищающую с матчем. Матча, блин, да, использую как-нибудь в другой раз. Но в целом я рада, что у Faberlic появились вот такие вот новиночки по неплохой цене. И обязательно буду повторять. Так, и познакомилась наконец-то с серией Green Karma, которая уже не является новинками, но мне стало интересно ее попробовать, конечно же. Так, я взяла три средства. Это натуральная маска Detox 3 в 1 для лица, которая я уже с огромным удовольствием пользуюсь. Сейчас ее забрала доча. Я вам ставлю, как она выглядит на мне. И вообще, эта линейка создана на основе масла конопли, и она довольно натуральная. Здесь 98% ингредиентов натурального происхождения. Что касается масочки, мне нравятся вообще глиняные маски. Она имеет такой ярко-зеленый оттеночек, хорошо очищает кожу и при этом выравнивает ее тон. В общем, в целом масочка приятная. Дочке она тоже подошла. Она любит у меня такие очищающие глиняные маски, поэтому я отдала ей. Также я отдала ей натуральный гель для умывания Fresh Rain. Он имеет такую среднюю гелевую текстуру, хорошо очищает кожу, убирает загрязнения неплохо и, кстати, даже хорошо смывает остатки макияжа. При этом он не сушит, а наоборот даже оставляет какое-то увлажнение и свежесть после себя. Поэтому гель мне понравился. Также у меня есть еще вот такой вот натуральный дневной крем. У них такие, мне нравятся оформления этой серии. Такой прям натуральный-натуральный, коробочки с переработанного материала. И само такое оформление приятное. Вот. И такой вот натуральный дневной крем у меня еще есть. Он имеет довольно легкую текстуру, которая хорошо подходит на лето. Вот такая вот легкая-легкая, увлажняющая текстура. Ой, пахнет так приятненько. Какой-то такой цветочно-травяной аромат. Он хорошо быстро впитывается, хорошо увлажняет кожу и подходит как база под макияж, тоже действительно отлично. Вот. Поэтому в целом приятный кремушек. Кремушек ночной брать не стала, а вот дневной меня порадовал. Возможно, я возьму еще и ночной. Вот. Но я этот тоже, скорее всего, отдам дочке, потому что у меня сейчас много разных кремов для лица в уходе. Так, ну и последнее, что было у меня, это я взяла брюки школьные для сына. Уже начала потихоньку готовиться к школе. Вот, это у меня брюки мужские, 100% хлопок, цвет черный, артикул 190-959. Я такие же точно две пары брала ему в прошлом году, и он их, ну, практически износил, так скажем. Они уже потеряли, конечно, внешний вид, их нужно каждый год обновлять, потому что он так, ну, каждый день их носит в школу, естественно. Благо, что у меня их было двое, я их меняла. В этот раз я вторую пару пока не словила, только одна у меня есть. Именно в 46-м размере. В прошлом году я брала ему в 44-м. 46-й ему большеватый, 44-й ему впритык. Поэтому что-то среднее бы, конечно, бы ему 45-й какой-нибудь. Но такого, к сожалению, не бывает. Поэтому придется ему брать с поясом носить их.
Вот, брюки классного качества, они хорошие, хорошо сидят на нем, я вам ставлю вот такие вот брючки. Нам они нравятся, как они смотрятся. Сзади идет два кармашка на пуговичках, спереди тоже идут карманы. Так вот, 100% хлопок, две пуговички в запасе идут. Ну, по длине они ему хорошо. Единственный их минус, я взяла, значит, в черном цвете. Есть еще такие темно-синие, по-моему, еще какие-то цвета есть. Но 46 размера больше нет. Это единственные брюки, которые были в 46 размере. А, может быть, все-таки возьму 44, еще раз повторю, посмотрим, еще не знаю. Или прошлогодние как-то одни хотя бы приведу в мужеский вид. Единственный их минус, у них очень сильно на них берется шерсть. Он у меня любитель кота. Таскает его постоянно на руках, естественно, это все потом остается на брюках. Я ему запрещаю, конечно, это делать, особенно когда ты в школьной форме, но он такой вот иногда бывает. Или садится на кровать, естественно, кровать, она у него вся в кошачьей шерсти, и все это остается на брюках. Потом, конечно, выглядят они не очень хорошо, потому что их надо постоянно очищать. Вот это единственный минус этого материала, что на него очень сильно берется нитки, шерсть и все такое. В общем, на него все садится. Если бы, конечно, этого не было, было бы лучше. И у него, и у этой ткани еще немножко вытягиваются коленки. Если их долго-долго носишь, то есть через год уже коленки немножко вытянуты, естественно. Но в целом, конечно, качество у них отличное. Замечательное. Покупали мы их за 1190 с чем-то рублей, в общем. За эту стоимость, я думаю, качество отличное. Вот, поэтому могу посоветовать, если кому-то нужны брюки в школу для подростка. Вот, ну правда, с размерами там, конечно, тяжко. Вот такой вот у меня был в этот раз заказик по Берлик. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, что же в этот раз пришло мне. Обязательно пишите, пробовали ли вы что-то из того, что показывала я. Жду очень ваших комментариев, лайков. Увидимся в следующем видео. Всех люблю. Пока-пока.